Все в этом мире очень странно, а я опять прилип к экрану. Читаю чей-то монолог, как будто делать больше нечего, как будто за ним мог пара-па-па-пара-па-па-пара-па-па-пара. Пишешь, что ничего вообще-то не ищешь, а просто то, что чит по крыше. А ты все бродишь в интернет, так почему я не пойму, ты поместила свой портрет. Лету, не пропадать же право в лету, и я пишу тебе с приветом, с надеждой, что меня поймешь, а может скажешь, все, я подъеду подгостить. Честно, тебе ведь будет интересно из глубины родного кресла прослушать пару громких фраз, а может скажешь, это класс, и поцелуешь ты меня. Песни, я пропою тебе все песни, я буду словно буревестник, неудержим и окрылен, а может будет все не так, и буду клювом щелкать я. С песней, оно, конечно же, интересней. Мы будем жить с тобою вместе до самых, может, до седин. Мы дочку Варей назовем, а может, будет мальчуган. Странно, все в этом жизни очень странно. Вдруг что-то щелкнуло с экрана, и он навеки замолчал. Ну что ж, наверное, не судьба. Я пойду, пожалуй, спать. Пара-па-пара-па-пара-па-пара-пам-пам. Пара-па-пара-па-парам-пам. 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 Здорово, прелесть. Там не